О внесении изменений в городской бюджет говорили сегодня на 13-м заседании Самарской городской думы. Порядка полумиллиона рублей поступило из вышестоящих бюджетов на проведение в Самаре переписи участков сельскохозяйственного назначения. Порядка 9 миллионов рублей перераспределены внутри городской казны. Они пойдут на организацию деятельности добровольных народных дружин, ремонт стадиона «Нефтяник», на молодежный центр «Диалог» и другие цели. Перераспределение бюджетных ассигнований на 2016 год связаны с выделением средств из бюджета городского округа Самары в форме субсидий бюджетным учреждениям на аварийный ремонт памятника Владимиру Ленину в размере 2 миллиона 156 тысяч рублей. Второе. Осуществление строительства автомобильных дорог в жилом районе Волгарь Куйбышевского района 500 тысяч рублей. Перераспределение бюджета – дело обычное. Не всегда можно заранее предугадать, в какие сферы понадобится вливание. Несмотря на кризис, по-прежнему в почете остается социальная сфера, детские сады, незащищенные категории граждан и безопасность жителей Самары. Выделено 6 миллионов на добровольную народную дружину, которая сегодня работает в районах и которая должна работать, потому что это большое подспорье для того, чтобы сегодня наши дворы оставались в неприкосновенности. Депутаты хоть и уходят в отпуск на июль месяц, но их работа не останавливается. Встречи с жителями будут проводиться в обычном режиме. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.